Действительно так. Теперь, что касается проекта реконструкции, комплексной реконструкции площади Гагариной и прилегающих территорий. Этот проект задумался, когда мы участвовали в этом конкурсе на площади Гагарина, уже на развитие. Когда мы делали проект, и наши, мы сделали несколько вариантов, мы тоже тогда, естественно, думали о своей безопасности. Я понимал, что если мы вообще останемся в конкурсе проигравшими или там ничего не получим, то что нам в академии? Мы, самый главный тест мы потеряем. Поэтому была такая организационная уловка такая. Очень сильный коллектив, очень хорошие мастерские. И мы приняли, мы весь собрались и решили, как нам поступать. Значит, меня попросили сделать, как бы определить. Мы до этого уже работали по теме академии, потому что надо было выбрать участок. И когда 12 примерно участков рассматривалось, и там, где Щусев начал строить, ближе к центру, дом, вот, парк искусств, и там, и около университета, там 4 возможных участка, где академия оказывалась как бы уж очень сильно под психологическим таким прессом университета крупнейшего. Значит, поэтому у нас был уже перебор каких-то версий. Мы думали, как. У нас уже было некое преимущество, потому что мы участвовали в программе, мы участвовали в этой комиссии, то есть мы знали, о чем речь. Но, конечно, никакого проекта не было. Это определяет место в большой степени. Прием, характер, все остальное, композицию. Значит, было решено, что я сделаю, как бы по итогу всяких наших размышлений предварительных, я сделаю какие-то, вот скажем, несколько вариантов, которые я предлагаю всем сосредоточиться на них. И так как в предварительной работе мы все вместе участвовали, то это не было каким-то моим насилием, там, чтобы я раздавал какие-то задачи для последующей разработки. Нет, это были, наоборот, те варианты, над которыми мы так или иначе работали в связи с другими территориями. Но тем самым они все вместе помогли разработать нам некую программу вместе с комиссией, которая была создана. Поэтому я просто синтезировал как бы то, что мне кажется ценным, то, что следовало контрастно, чтобы они были все решали как бы эту задачу по-своему. И как раз это толкало разные участки, которые были. Поэтому я предложил на этот участок каждого придерживаться там своей версии или ее модифицировать, учитывая, что у всех будет задача один выбранный уже участок. И в результате все превзошло все ожидания. Мы получили первую, вторую премию, основные, и еще 3 поощрительных. То есть победа была такая, что Георгий Михайлович Орлов, который распечатывал в Белом зале Дома архитекторов конверты, за своими такими очками с большими диоптриями плакал. Просто такого... Мы к этому времени выиграли конкурс в Париже, мы к этому времени выиграли конкурс на музей революции на Крымской площади. Мы выиграли к этому времени 3 международных конкурса. То есть у нас было такое алиби. Вот. Но главное, что мы... Я вам хочу сказать, что вот комиссия президиума, которая... От президиума входил в жюри только один Михаил Дмитриевич Миллиончик. Один человек. Все остальные архитекторы, там были крупные писатели. В общем, такое культурное жюри. И я вам хочу сказать, что эти все очень такие удивительные люди, очень серьезные каждодневно, просто необыкновенно радовались этой нашей победе. Она, конечно, очень существенно сказалась на наших перспективах нашего института. Вот сейчас мы нас трепали тут по всем позициям, начиная от дома, попытка все там отобрать, еще все то же самое.
А потом, значит, мы все-таки тут, все-таки, вот теперь могу сказать, что мы уцелели, значит, мы теперь можем... Так, как бы определено. Мне, по-видимому, как бы достается такая задача еще раз построить этот институт. Сейчас есть к тому предпосылки, вот инновационные новые технологии. Но и сегодня мы имеем три государственных задания, на которых сидит сегодня моя маленькая оставшаяся от Анира группа, ну, корифеи настоящие, знатоки. Мы были привлечены к угробленному проекту по острову Русский личным поручением Владимира Владимировича. Нам было дано остатки денег, оставшиеся от трех лет, которые их транжирили. Шесть организаций участвовали в этой операции, мы не были приглашены. Академия наук не была приглашена. А тут, значит, вдруг, когда уже все как бы угрожало срыву, это был сентябрь 2008 года, а в 2012 году, то есть через 4 года, в сентябре, надо было провести саммит двадцатки там, на острове, полуостров Саперный. Было заседание правительства, в котором, естественно, председательствовал премьер Владимир Владимирович. Значит, он в качестве премьера в это время. И там прозвучал очень жесткий разбор ситуации, в котором он свидетельствовал, что как бы сорвано все. И до сих пор нет никакого проекта. И съедены огромные деньги. И там прозвучал его упрек президенту Осипу Юрию Сергеевичу. А почему Академия наук не участвует? Там будет 7, а потом 11 научно-исследовательских центров, институт Дальневосточного ДВО, Дальневосточного отделения. Мне позвонил уже где-то там в 11-12 часу вечера Юрий Сергеевич, рассказал то, что я вам сейчас говорю, и сказал, что в такой ситуации, такого упрека, значит, у нас очень хорошие такие серьезные многолетние отношения. Я был знаком, когда никто его не знал, он был завлабом и входил в группу Мстислава Всеволодовича Келдыша, разработчиков вот, математических задач, связанных с космическими проблемами. Он лауреат Ленинской премии от тех времен. Вот. И он мне рассказывает, что Юрий Павлович, я мог... Я сказал, что, к сожалению, мы не были привлечены, а я, как президент, как бы стараюсь следовать правилам, которые от одного президента передаются традиционно другому, Академии наук. Мы как бы себя не навязываем власти. Тогда Академия наук еще до недавнего времени была свободной организацией, самоуправляемой организацией. И говорит, я понимаю, что я вижу, что до последней степени взволнован Владимир Владимирович, я понимаю, что я должен что-то сказать, помимо этого, что-то произнести конструктивно. И я сказал буквально следующее. Ну, он был, представляете, он только приехал из Белого дома, конец дня, там почти уже ночь. И он, значит, мне говорит, что Владимир Владимирович, я правильно понял, что сказанные вами слова, как бы, я понимаю ваше волнение, потому что действительно ситуация, которую вы только что, так сказать, нарисовали, она, не знаю, какое слово он там использовал, но, короче, смысл такой, значит, она очень опасна, очень. Я могу как бы считать, что в форме такой вы упрекнули Академию, что она, к сожалению, мы значит, не могли участвовать, не участвовали, не были привлечены. Я могу считать, что то, что вы сейчас произнесли, является таким обращением к Академии, чтобы мы включились в эту работу.
Он сказал дословно: «Наконец-то вы поняли». Вот так мне Юрий Сергеевич сказал. Он здесь тоже так был в напряжении, и, по-видимому, других слов у него не нашлось. «Наконец-то вы поняли». Ну, в общем, короче говоря, вот, по-видимому, так, как это было мне передано, и он поставил срок, что завтра до 11 часов утра надо получить согласие Платонова, что он берется за 4,5 месяца сделать то, что, на что ушло 3 года. Он считал просто категорично, очень провалено. Не совсем так, потому что наработано было всякое, множество всякого материала, но, к сожалению, неуспешно. Наверху на 7-м этаже у нас есть такой большой стол. Я приехал и сказал, что, ребят, значит так, я, ребята все, значит, кто-то погибает бородатый в зимовстве, ребята такие относительные, вот, но все сильно, сильно потрепанное, но все-таки команда еще была настоящая. Я говорю, значит так, я принял решение, делаем макет острова Русский, полуострова Саперный. Архитектор Панфиль Анатолий Семенович, который был еще в эти годы еще был директором института, он так мрачно вырезая, он курил беспрерывно так, из бороды и дыма, он сказал, зная тебя в натуральную величину, но он получился не в натуральную величину, он получился вот как этот стол. Да, ну мы сделали такой макет, собрали всех наших внуков, правнуков, детей, студентов архитектурного института, всех, все делали, ну эскизы, конечно, параллельные эскизы по сравнению там. И в общем, нужно было сделать в первую очередь то, что в круге, а вот это такие, тут рельеф необыкновенной красоты. Я единственный, кто бывал на этом острове раньше, очень давно, 20 лет назад. Я там построил институт океанологии, закрытая такая была совершенно работа такая, океанологом нашим. Задание никто не знал, какое задание. Тогда еще был полярник, знаменитый академик Шишов, тут у нас на Химово теперь, на Красик. В нашем тоже мы делали этот институт океанологии, был сбор. Он вел и сказал, давайте задание какое-то. Все сидели, океанологи знаменитые. Нет задания. И вы же сами, Юрий Павлович, вы же там смастерите. В общем, всякие просьбы. Давайте вы сделаете, а мы потом сообразим, чего. Никто не был готов, чего нужно. И вдруг это что говорит, Юрий Павлович, вы из нас всех, наверное, еще совсем недавно читали про Наутилус. Я говорю, да, в общем, читал, конечно, да. Ну, как вы относитесь? Я говорю, одна из любимых книг была лет в 14. Юрий Павлович, знаете что? Давайте так, пересчитывайте, и что-то в этом роде. А детали мы вам поправим. Мы вам... И вот с таким как бы поручением, после этого кое-что удалось там из них выцарапать все-таки, конечно, но я полетел туда, и там сразу же по рецепту, который я вам рассказал, значит, я нашел двух изумительных людей, Богомолова и Брауна, значит, двух таких замечательных архитекторов, которых соблазнил тут же. И мы, значит, с ними сделали эту работу. Это очень интересная работа, действительно, про Наутилуса и субмарины, которые там просто все замечательно, прямо под воду спускаешься, там всякие часы. Поэтому я чувствовал, знал просто эту красоту. Вот эти кампусы, вот эти, это студенческие, все студенческие. Да. Сейчас уже прошло, сегодня 16-й год. Значит, это было в 2012, 4 года назад. За 4 года назад там из 48 тысяч студентов, которые должны учиться, сегодня уже
У меня были сведения, начала этого года уже было 27 тысяч студентов. И сегодня продолжает строительство сами здания, по нашим эскизам, наши здания практически очень близко к тому, что вы видите. Значит, в 2012 году саммит прошел вот там, где удалось спорт, удалось зал конгрессов, информационные центры, библиотека, 20 вилл для руководителей государств, вот это вот на гряде. Ну, и а вот это все внизу, это с пирсом там, это уже для, это все дальневосточный парк дальневосточного отделения Академии. Полностью продолжается работа, сейчас уже можно в интернете все это видеть. Так что мы как бы вот такая пожарная команда, немножко мы в таком плане выступаем в случае, когда это происходит. Сейчас вот только что я докладывал, интересно, людям замечательным. В Севастополе есть удивительный морской завод концерна «Звездочка». Это судостроительная корпорация, в которой входит этот завод. Этот завод построен в 1835 году русскими и англичанами. Это уникальные в мире сухие доки. И мы сделали сейчас такую концептуальную разработку, я думаю, очень интересно. Да, там морской завод, который только что разработчики генплана Севастополя, московские штучки, они предложили ради того, чтобы получить там в результате каких-нибудь 200-300 метров прогулочной набережной с питьевыми фонтанчиками, пальмами, цветочками, завод убрать отсюда. Я уж не говорю, что сумма расходов на то, чтобы этот завод, у них есть вторая площадка. То есть полностью во мне это вызвало такой яростный протест, такой. Но они напоролись на общественное обсуждение. Они вышли своим предварительным генпланом. А им госзаказ прошел на московский. Мы вмешались в это. Моя вторая такая общественная функция – это Международная академия Артура, отделение в Москве. ИМ – International Academy of Architects, Moscow Branch. Значит, это ионовская организация, это очень наши учредители ЮНЕСКО и Хабитат организации ООН. Это независимо, это не государственное, это не правительственное, так сказать, и это международная организация. Вот, и как бы мы для того и созданы, чтобы посматривать, что происходит в национальных в данном случае, так как это настроено прежде всего на России, мы аккредитованы в Москве, еще ШОС, и еще есть БРИКС. Это такой объединенный медиакоммуникационный центр, который, возможно, будет создан и, может быть, позволит полную вакханалию, которая у нас происходит с созданием бизнес-парков, бизнес-центров и новых организационных пространственных форм науки. Они сегодня строят там сотни тысяч квадратных метров пространств, используется бог знает как, никакой нити, которая бы их связывала, не существует, в то время как у наших братьев-китайцев все время как бы присутствует на шее голова, элементарно. Это поразительно отличие. Да, ничем объяснить иначе невозможно. Представляете, открылись такой клапан, вкладывают деньги, а там сегодня в Питере построили 70 тысяч квадратных метров. Никого, кто занимался бы наукой или молодой наукой, или там создавал какие-то лаборатории, нет.
Все чистая спекуляция. Что-то там переснащают, перепродают, живет там всякая нечисть, всякие там, кого там только нет. Поэтому вот мы в такой программе, она развивает поддержанную уже известный всем университетский долину МГУ. Вообще, слушайте, все-таки мы удивительны. Вы посмотрите, обратите внимание на такую штуку. Великолепный задуманный проект. Большой университет. О нем уже Садовничий, я не знаю, много-много лет назад я был приглашен консультировать большой университет. Наконец-то решилось. Посмотрите. Ну, есть же какие-то пределы там. Посмотрите. Как называется проект? Он называется «Долина». А как называется долина? Воробьёвы горы. Скажите мне, пожалуйста, как антрополог, где еще в мире есть долина, которая одновременно горы? А вы говорите, за страну не страшно. За такую страну не страшно. Обречены на успехи. Это мы построим. Теперь дом-окно. Дом-окно. Вы знаете, есть такая книжка. Откройте вот этот мой журнал, тут есть. Вы можете просто открыть интернет, он вам. 15 номер вам, запишите там, по-моему, 14-й какой он, или 12-й какой год, я не помню. Там десятый. Какой? Десятый, да. Там первый. Значит, это хорошая серия, очень известная. World Architect Masters. Значит, она на самом деле, пролистайте, это они делают там. Это она много лет создавалась, эта серия в Лондоне. Да. А вот, вы сразу открыли. Тут она в составе проекта комплексной реконструкции Гагарина. Но еще неизвестно. Значит, да. В общем, если можно, вы можете пролистать просто спокойно, пока. Значит, я не могу ему отдать, потому что у меня остался просто один экземпляр. Вы можете в этом... Нет, прямо в интернете. И все, полностью, со всеми там штуками. Вот. Значит, он задуман достаточно... Вообще, его происхождение, этого проекта, связано с конкурсом, французским международным конкурсом на Tête de France, на такого, голова вот этого района знаменитого Парижа. Там был объявлен международный конкурс вот на такой многоаспектный, многофакторный центр культуры, наук, экологии, то есть такой собирательный центр. В целом это как бы центр науки, информатики, новых технологий, культуры. Значит, он был очень хорошо принят на этом международном конкурсе. Он там не стал официальным лауреатом, но был выделен в число таких особых проектов, которые вызвали особый интерес у жюри и общественности. Они организовали, французы и англичане, организовали такой его, есть у них такая форма для проектов, которые вызывают там такой повышенный интерес.
Значит, они сделали проект, конкурс, прости, выставка, выставка одного проекта. Выставка одного проекта, и привезли его из Европы в Соединенные Штаты. Я сам в Чикаго прилетел, чтобы постоять в очереди такой американской, знаете, через 3 метра один от другого, никто друг друга на спину не лезет, никто не толкается, да, все идут. Там было много белых флагов, написано Юрий Платонов. Значит, так у них регулярно проходят всякие там такого рода выставки со всего света. Значит, это арт-музеум в самом центре Чикаго. Так, Чикаго – это, безусловно, Америки арктурная столица. Я там как бы свой человек, потому что я член Американского института очень давно, больше 30 лет. В общем, это было. Потом они поехали в Перу, потом поехали в Латинской Америке, потом снова, я не помню, где они, где-то в Австралии. И, в общем, короче, он совершил такой и вернулся в Лондон, и вернулся в Париж. Этот вариант сделан был уже для Москвы, для условий вот проекта площади Гагарина. И мы уже пробурили скважины 100 метров, мы уже знали все, что под ногами, что конструировали уже полностью. Смена правительства Москвы, она просто, приоритеты поменялись. Французы из проекта вышли, площадь Гагарина, вернули все в пользу Москвы. Они очень, это очень хорошие, крупнейшие французские компании, CBC и Сари, которые вели это все. Просто наши всякие финансовые трудности, они не позволили страховой компании Франции, КАФАС, подтвердить возможность вывоза капитала в Россию. А это очень большие деньги требовались на это. Они брались за весь комплексный проект со сроком его реализации 7 лет. Он давно бы был построен, если бы не история со сменой всего на свете. Вот. Так что на самом деле такая романтическая идея, окно в тысячелетие было по времени. Как бы, сейчас он постоянно вызывает какие-то неожиданные, значит, новые взволнения такие. Сейчас вот из этой долины, которая горы, сейчас есть целая группа, которая вынашивает идею поставить на такой удивительной московской оси храм Кремль, храм Христа. Есть такая виртуальная ось в Москве, пространственная, которая проходит дальше там Комсомольский проспект, Дворец молодежи, потом Лужники, потом, значит, смотровая площадка и университетский ансамбль весь. И новый вот комплекс университета, он намечается за университетом, туда уже ближе к до пересечения с, как он называется, забыл, как называется этот, Старокаширская, теперь она называется Минская, по-моему, улица, я не помню, по-моему, Минск, которая идет, то, что еще один такой, как бы, московский фрагмент кольца, который идет за университетом уже и переходит на, как бы, к заставе Ленинского проспекта, который недавно у спорта, вот, Воронцова, вот Воронцова, здесь. Забыл сейчас, как называется проспект. Значит, очень интересная такая затея. Есть такая группа, которая сейчас вот как бы начала снова такое продвижение, чтобы он возник как некий символ вот этой долины и как начало вот этого
мегасистемы вот этой объединения всех российских технопарков в некую одну такую долину. И теперь как бы тут вот, по линии Международной Академии сейчас Китай очень, в частности Шанхай, они очень хотят, там очень хороший архитектор молодой, которому мы состоим в управляющем академическом совете в Международной Академии, он очень, так сказать, ну, во-первых, они предлагают забрать у меня дом окно. Но я на это не иду, потому что я понимаю, что это нехорошо. Это нехорошо. Это российская и придумана для России, это модификация, как бы. Но, во всяком случае, такая есть возможность. Значит, что в нем вообще как бы особенного? Во-первых, это, конечно, вот эти два лифта, кольцевых лифта, впервые в мире. Я передал ко мне, я много лет работаю с Тиссоном, с германской компанией, которая занимается, на мой взгляд, лучший производитель эскалаторов всяких, особых систем, лифтов там и так далее. Они просто с дрожью там, значит, хотят сделать этот лифт. То, что они сделают хорошо, это, можно не сомневаться, действительно потрясающая компания. Ну, вот пока как бы... Это, конечно, здорово, потому что это одновременно часы. Это там с каждой стороны как бы 12, всего 24. И они как бы крутятся в одну сторону, и на самом деле получается, что получается можно так и так. В общем, тут масса всяких комбинаций. Во-первых, конечно, невероятной красоты луч по Москве там открывается из лифта во время движения и с верхних ветровых площадок. Это больше 200 метров. Посмотрим, может быть, у него, может быть, судьба еще не закрыта. Фостер говорил Лужкову, когда мы все надеялись, что Фостеру удастся построить Россию. Сейчас вот наращивают эту федерацию. Причем очень обидно, чем он сделал эту композицию. Знаете, да, эти две вертикали в сити. Вот сейчас вот выросла такая скорлупа такая. Они были использованы, это очень на самом деле взято из скульптуры, тема. Не знаю, почему, чем он на ней остановился. Мне, во всяком случае, и многим моим коллегам это понятно. Значит, есть известная тема. Это две женские фигуры. Причем использовано это в мемориальных композициях. Относительно небольшие вещи и довольно большие. Многократно использовано в натуралистическом и в абстрактном плане. Значит, это две плакальщицы. Сама скорбность этих женских фигур удивительна по своей силе. И так случилось, что во власти как бы не перевели с немецкого чобановского на чобановский русский, неизвестно что. Или он не очень это подчеркивал, скорее всего. Во всяком случае, композиция, которая могла бы быть, держать целый район города Москвы, она сегодня запакована в этот вот такой несвязанный хор сегодняшнего нашего даунтауна. Очень, очень случайно все. То, что делал Борис Хор, который начальник этого проекта, очень талантливый человек, он пытался всего этого сделать некую дисциплину. То есть первый ряд небоскребов там 20-25, 30, потом 60, 70, потом 90, потом там. И, наконец, все это, дирижер был Фостеровский дом «Россия». Шло все, потому что будет. Потом вдруг это все, Москва закрыла этот, Лучков.
И никто не знает истинную причину, потому что, насколько известно, там под Фостера были собирались все общие осложнения, по-видимому, ситуации, которые мы еще, не, может быть, не очень знали. Фостер была выставка в Музее изобразительных искусств, где был Фостер, его выставка была, и еще нескольких интересных людей, там Эрика Герат, вот они тут, все мои эти, такая у меня есть еще одна компания, в которой я состою. Тут, знаете, в этом номере есть и грустное обстоятельство, потому что за 40 лет издания вот этого журнала, этой серии, я не знаю, сколько было там в лондонский период, но, наверное, примерно столько же, может быть, там много лет, за 30 лет они примерно делают, там у них сколько набирается таких имен, которые там проходят такой довольно жесткий этот квалификационный какой отбор. Но тут получается, что, скажем, вот за последние годы уже Софийская, тут получается где-то порядка 15-20 там номеров за все эти годы. Наверное, столько же, может быть, немножко меньше было лондонский. Но это можно в интернете все посмотреть. Это, во всяком случае, коллекция хорошая. Хорошая коллекция. И поразительно, что при том, что у нас достаточно интересных, талантливых людей много, этот редакционный совет, он нейтральный. Но он состоит из очень известных имен, на самом деле, первоклассных, которые Академия сама там, как бы, приглашает к этому. Он меняется там периодически. Значит, это первое, вот этот Платонов, первое русское имя в этом издании. И это несправедливо. Я считаю, это несправедливо, потому что... Но у них совсем другой какой-то, я не знаю, другой отбор. Потому что сегодня наш Татлин издает огромное количество таких изданий. И они стали, к сожалению, они так развиваются, как, знаете, вот люди вроде разные. А Татлинское издание, которое вот имеет такой какой-то внутренний, свою генетику такую, и редакционный штамп какой-то, они как бы после того, как они издают, портреты разные, а Артура как бы одинаковые. И серьезных каких-то очень редко, но это всегда редко, но все равно при том количестве изданий, которое уже перевалило там за 100, они тем самым, эти мудрецы, они, видно, очень... Я считаю, что по отношению к России они тут скупятся, но с точки зрения отбора, на самом деле, они как бы делают это, я не говорю о Платонове, но все остальные действительно того как бы заслуживают. Ну, это вот просто такой, посмотрите, это интересно, может быть. Теперь, значит, конечно, дом, окно... Было бы интересно сделать. Во-первых, в этой книге есть такая толстая архитектор Платонов. Да, здесь есть статья, написанная маленькая, совсем статья, написанная выдающимся нашим в мире признанным искусство и архитектура ведом. Это Хан Магомедов Селим Омарович. Его сейчас нет уже, он 3 года, по-моему, уже прошло, как его нет. Это абсолютно признано. Тут нет выглавлений, потому что этот человек потребовал, зная его безумный, бесконечный авторитет, книга была уже в производстве, когда он вдруг потребовал, позвонил нашему редактору, нашему, и Галине Кулешовой, сказал, что он напишет письмо в редакцию, что если не будет опубликована его маленькая статья, или как на главное, или как начало, или как послесловие, он остановит
книгу. Значит, наши перепугались и сказали, что они там, найдите, я не помню, какой-то 400, не помню, 418, то есть она нигде не указана. Но она есть, да? Там даже не записали, что он академик всех на свете академий. Это очень интересная и яркая фигура, но тут он, так сказать, он, я не знал. Оказывается, он издал эту статью в каком-то журнале. А когда узнал о книге, он потребовал, чтобы она вошла в эту книгу. Поэтому уже нельзя было ничего указать нигде. Ну, что-то, во всяком случае, в панике, она вот получилась так. Но это такое признание, которое как бы, когда вы прочтете, вы поймете, что оно, как называется, в корпоративных кругах, особенно начальственно-корпоративных, оно, конечно, осложнило несколько жизнь, но ничего, жив. Да, но, во всяком случае, это прочтете, серьезно, выстрелил такую маленькую статью, но она очень... Да, она как раз об этом доме. Так что, но эта статья принадлежит человеку, которого ни в чем... Он вошел в нашу в архитектуру как человек, как бы такой, он непримиримый человек, он совершенно сам по себе, у него десятки книг, он один из самых известных в мире исследователей русского авангарда 20-х годов. Он один из самых, естественно, один из редчайших исследователей своего Кавказа и Дагестана, и Осетии, которой он принадлежал. В общем, очень интересно. Его книги о Щусеве просто уникальны. О Мельникове. Это каждый раз это удивительно. Вот. А моя книга такая тяжелая не потому, что я так много сделала, а потому, что на двух языках.